Простится. А, да? Не находишь? Да я не знаю, я недостаточно хорошо. Прессинг, рашдаун, вот это быть, вот все. Может быть. Ну, это в принципе, неудивительно, что Руфус в финале, он хороший игрок. Ну, мы в этом уже убедились. Причем основательно. FT3, ребят, не забываем. Да, FT3 играется у нас. Так как эти ребята уже являются топ-4 этого турнира. Да, я вижу, прэша идет, бешеный какой-то просто. Симпатичный, кстати, кастомайз у Руфуса. Но не могу сказать, что прям супер выдающийся. Ну, просто. Ну да, простенький такой, интересный. Пока... Ой, захват, виф, прыжок в захват пока... был, можно было виф панишить. Пока что в ближке он просто уничтожает сейчас. Да, в ближке таки. Прям вообще. Да. Просто замечательный персонаж, мне кажется. Вифпаниш. Да, вифпаниш. Отличный степ. Лоу. Так, снова прэша в блок. Так, я... как тут чип-дамаг работает? Он тут есть или его нет? Что? Чип-дамаг какой здесь? Смотри, чип-дамаг активируется, когда у тебя есть Soul Charge. А-а-а. То есть твои удары наносят чип-дэмидж, только если под ты Soul Charge. Да, понятно. Soul Charge. Но атаки всегда чип-дамажит вторым мечом своим. А, да? То есть и такие мувы да. есть. Хорошо. Имба. Да. Да, но стоит кипу собраться, потому что уже два поинта он отдал своему оппоненту. И вот, вот оно. Может, собрался. Может как-то пытаться все-таки на расстоянии держать. Так. Я вот не знаю. Лично для меня Найтмар является зонерским персонажем, потому что он может махать своим мечом на фуллскрин и спокойно отзонивать ту же самую таки. Но вот... Обидно, обидно. Очень сейчас обидно. Для Кипа такое поражение. Просто один удар. Как-то он его очень просто выбросил. Да, очень просто было это. 1-0. Вот у Тиры, мне кажется, у каждого персонажа есть. Вот, например, у Тиры это у меня 6К. То есть это вперед 4. Чтобы выбросить? Да. А в джагле можно это делать? Да, в джагле, конечно. В основном джагли всегда и выкидывают. Ну ничего, Кип все-таки еще даст бой, я в этом уверен. Конечно, у него еще есть шанс, у него еще есть в запасе один бой, который он может проиграть. Да. Но поэтому, но из-за этого не стоит расслабляться. Безусловно. Что то же самое могу сказать и Руфусу. Что не стоит сейчас такой, о, изи, пойду-ка я быстренько махну. А в итоге отлетаешь. А в итоге да. Риф паниш есть. Снова вот, пошел рашдаун, смотри, да, просто на этого персонажа, вау! И выходит из прешера с помощью взрыва, вот и этого перри. И очень много дамага сейчас нанес Кип. Какое знание матчапа, Руфус! Снова то есть, видел этот Гарден Пакт? Да, да, да. Это было круто. Я не знал, что там вообще дырка есть. Но пока что в ближке просто да. нету равных. Кстати, вот это вот, когда он ногами бьет. И да все-таки ладно! Забрал! Честно говоря, Руфус я думал... Руфус там что-то нажимал, старался, рашдаунил, а там два удара и все, минус я лицо. Я думал, этот раунд все уже, за Руфусом. Да, я тоже думал, но нет, это камбэк Калибур, здесь такого не прощается. Снова просто смотри, как, сколько он ударов нанес да. и сколько домагал он. Видать, по морали ударил такой камбэк может Руфуса. Может быть, вполне, пожалуйста. И прям перфект. 2-0. Ничего не получается сделать во втором раунде. У Руфуса. Адаптейшн, ребят. Адаптейшнцы! Снова рашдаун. Да, это... Ой, степнул, неаккуратно степнул как-то, каким-то мувом. И не успел запанишить. Так, все, ой-ой-ой, да, попал. Почему все это жрут? Жрут, я не знаю, реально. Может быть, все хотят степнуть, а он трекает? Может быть. Хорошо, хороший дэмэдж. Плюс, совсем полез плюс. ТП. Ай-яй-яй-яй, Руфус полез плюс, и сейчас может за это поплатиться. Очень тяжело Руфусу сейчас будет камбэкаться. Но есть шанс. Можно зачиповать просто. Да, пошли плюсики пошли. Не лезет, не лезет, Кип. Терпит, Кип. Хороший лоу. Почти сравнял ХП. О, что происходит? Захват, приседает под захватом, Кип, реверсал эдж. Неужели камбэк, вау. Этот камбэк, просто... Руфус поразился. Просто сейчас. Шикарно, да. Наверное, лучший камбэк на нашем сегодня. Очень сильно ударило по Кипу то, что он не смог завив панишить захват. Да. Хороший захватик, очень много дэмэджа. Как много дамага.
А тут зависит от того, куда ты бросаешь. Есть задние захватики, даже, передние так. захватики. Mm-hmm. И там дэмэдж тоже разный. Все, зарядились, поехали. Ой, чипуем, чипуем! Можно выбрасывать. Да. Что? Что произошло? Руфус сейчас влез в дырку интересную и просто сделал рингаут? И выбросил, да, пожалуйста. О, боже! Вот он и персонаж. Ребята, и... не перестают меня удивлять. 2-2. Очень напряженная эта игра получается. Да, просто тыкают друг друга, но очень мало жизни остается. У Кипа очень все плохо. Да, у сейчас. Кипа. Но тем не менее, там пару тычек о, можно сделать. О, боже! Снести все КП, либо выбросить. И что сейчас? Волкомбо, волкомбо! Да! А, опять рингаут. Как? Руфус законнектил это волкомбо. То есть как он хорошо знает своего персонажа. Вот посмотри на это. Да. И все, и один удар. Как уверенно Кип начал с 2-0. Да. И 3-2 в итоге. Неаккуратно в конце сыграл. И второй поинт отходит Руфусу. Да. Все, нету больше права на ошибку. О, Кипа. Есть шанс, но нет права на ошибку. Да, есть шанс, но нет права на ошибку. Ошибка. И отправляемся в лузера. Лузера? Да. А этого мы не хотим. Как и, собственно, не хочет Руфус отправляться в лузера. Да, ну тут уж, как говорится, побеждает сильнейший. 2-0. Да. Все-таки опыт. Ну, Руфус, он опытнее, да, чем Кип? Насколько я понимаю, да. Больше играет, мне кажется. Последний шанс. Это Перри, да. Хорошо. Что-то похожее есть у Тиры еще. Перри такое. А, ага. Но только не такое крутое. Ой, захватик, больно, больно. Снова очень больной захват. Это просто жесть. И прэша, да. Хочет выйти из прессинга с помощью своего Перри, но не получается. Ой, гард импакт. Очень... Хочет прочитать Гард Импакт в Гард Импакт, использует брейк атак. Вау, вот это был сейчас не в панишке, ты видел? Да. Ой! Поровну ХП практически. Руфусу аккуратно, аккуратно нужно сейчас подходить к противнику. Очень аккуратно. Не позволять вот так вот делать, например. Чип дэмэдж. 15 секунд. Плюс, полез плюс. Еще, ой. И пнул еще. Да, и пнул в конце. Большие проблемы у Кипа. Однако же, смотри, уже сколько дэмэдж, да. Снес, да. Плюс. Ага, Перри не работает в брейк-атаке. Так, это... Забыл. Soul Charge, да. И снова тут это куча дамага. Называется камень души. Смотри, как много. Осталось чуть-чуть совсем добить. Ну, я на самом деле уже не удивлен, потому что это Nightmare. Найтмар столько делит дэмэджа и просто начинает тыкать противника в углу. Затыкает ли до конца? Нужно или как-то нет? Выходить из этого прессинга. Ну что, куда можно влезть? И придумал и влез. Да, придумал. Использовал Перри, взорвался и вышел в плюс. Хорошо, отличный длинный удар. Ой, какой летал ловит сейчас Кип своим лицом. И Руфус это хорошо подтверждает, кстати говоря, все. Конфербит, да? Да, как же он хорошо знает своего персонажа. Да, сейчас подойти и в блок задолбить просто. Или вот... А, нифига себе, сделал перехват какой-то. Так, что, это плюса. Оу! Отличный степ и захват. Равность по ХП. Блин, вроде думаешь, дофига ХП, а тут раз уже и да, ничего нет. Да, тут раз уже и ничего и нет. Такой вот камбэк калибр, вау! Да. И один удар просто по виску, вот так вот, на, да. Мечом. Ну же, 2-1 в пользу Кипа. Еще хороший паниш. Выходит из прессинга с помощью Soul Charge. Ты правильно делает, иди. Попытался завести паниш. Видимо, сейчас руку. Так, с блоком все плохо, да, у Кипа? Да, с блоком у Кипа все... Он трещит у него по швам, очень. Можно ломать. Ой-ой-ой, просто еще что чуть-чуть. Это такое? И как он этим вифнул, мне непонятно. Ну да. Что? Фулл-скрин игра, аккуратно. Ну, в этой ситуации, мне кажется... Ой, Руфусу надо быть аккуратнее, потому что... Добьет? Это же Nightmare. И да. Да, добивает. Молодец, Кип, 1-2 счет становится, не в сухую. Адаптируется, Кип потихонечку.
Да, все-таки круто смотреть на игры опытных оппонентов, как они друг друга читают, адаптируются и так далее. Слава роду славянскому. Хорошо, хорошо. Очень потный поединок на самом деле. Есть все шансы у Кипа на то, чтобы выйти в 3-2, но однако же Руфус ближе к победе сейчас находится, чем Кип. Кипу надо больше запотеть. Да, больше запотеть надо. Да куда уж больше, я тут в луже сижу уже. В луже. Братан, надо еще больше попробовать. Да, файтинги — это то, когда ты должен вот свои мозги вот просто прокипятить. Да. Это очень, ну, я не знаю, у меня IQ 80, у меня не всегда получается. Но я думаю, что у Кипа может это получиться. Может быть, вполне. Просто бам-бам, 4 удара, прощает практически пол КП. Поехали, Прэша. Плюса! Да, пытается фуцить сейчас Кип. Ой, сожрал лол. Еще. О, да, видишь, у него последний удар все-таки наносит. Да, 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 я заметил. Дома. Так, хорошо. Ой, это был вифпаниш или что? Да, то есть начал степаться там в отмене Руфус, и Кип за это запанишил его. Ой, это же как смертухи просто ушатал. Как Эдвард бил. Да, реально. Первый поинт за Кипом. Ну что, кто угадает? Ага. Ух ты, это Кип выиграл, да? Да, сделал степ, кстати говоря. Угу. Редко на... кто делает степы. И на степе можно панишить. Да, на степе, да, можешь попанишить. Но я предпочитаю кей, а не степ. Кей, по сути, тем же свойством обладает, только там побольше вроде бы скейлинга. А, ага. А кей можно комбить, если в кит попадаешь? Смотрю, вроде у какого персонажа, я, честно говоря, до конца не разобрался. О, вифпаниш, наказание, реверсал эджа, второй поинт, Кипу отходит. Снова 2-0, и снова важно не слить это преимущество. Да. Нужно что-то придумывать. Руфусу... Летал хит! Плюс! Опять, да, реально, она очень круто рождала. Волкомбо! Просто... Волкомбо! Я большой фанат Волкомбо, поэтому... Почему? Вау, ты это видел! Как сейчас Руфус прыгнул над этим лоу! После задержки, как он среагировал. Да, но я думаю, Руфус все-таки не отдаст этот раунд. Да, ну не будет, не будет отдавать. Ну конечно, Reversal Edge! Да. Нет, нет, да ладно! Я не могу в это поверить! Я не могу в это... А, хорошо, да, все-таки не получается у Кипа здесь дожать. Очень потный поединок. Это вроде бы и не гранд-финалы, но очень потно. Но близко к тому. Отлично выходит из прессинга с помощью Soul Charge. И комбит. Да, и это комбо. Не то чтобы комбо, а один хит просто. Ну, зато дамагак с хорошей комбой. Да. Так. Хорошо. Фуллскрин игра. Да, фуллскрин игра — это самая любимая наша в файтингах. Но Кип очень быстро сокращает дистанцию и ловит на захватик. Очень мало хп осталось у Руфуса. Чуть-чуть, чуть-чуть, два раза тыкнуть и все. Это брейк! Ой, о, летал хит! А когда Little Hit проходит, все, у тебя снова есть блок, да? Когда брейк, после брейка, если тебя не конфермят, то да. Угу. Он снова есть. Ну, это 2-2. Ну, это все, да, 2-2. Сравнялся, сравнялся, Кип. Собрался. Видишь, чуть-чуть больше подпотел, и все сразу. Теперь уже Руфусу нужно думать, что он делал не так эти два боя, чтобы проиграть. Либо расслабился, либо даже не знаю. Тебе надо с челлендж эту фигню убрать. А, да, да, да. Ну потом, но... ладно. У меня так много там команд всяких, что не сориентироваться мне в этом. Фу, 2-2, какая потная игра, и это финал виноров. Надеюсь, гранд-финал будет такой же. Эта игра достойна гранд-финала. Да, да, да. Да, ребят, вот там вот ссылка на челлендж, забейте на нее, не смотрите на этот челлендж. Это я забыл ссылку убрать из Твича. О, моя любимая карта, поехали. Не, вроде это не самая маленькая карта без стен. Ну, а такая... Это паниш. Ой, не успевает запанишить, Кип. Просто как он забирает у него эту полосочку. Жадно, почти всю забрал.
Что? И... Что как, стоим? Как они респектят друг друга? Ой-ой-ой-ой. А если бы он выбросил? О, да, если бы выбросил, это было бы очень обидно. Да, блин, это что, было бы... Что они стоят? Почему они стоят? Надо камбэкаться сейчас. Типу. Это паниш. Не получилось на фулочку, да. Не, и ногой, ногой по подбородку попадает. Блин, реально, он же мог просто выбросить его и все. Да, да. Я думаю, все равно Руфус ожидал этого. То, что он порвал второй захват. Угу. Плюса, плюса. Хорошо. Это был паниш, я так понимаю? Да. Захват, проходит захват не рвется. На удушающий взял и все. Ой, большие проблемы, у Кипа рвется захват, паниш. Все, можно играть свою игру, бить лежачего оппонента, кидать его туда-сюда и бить лежачего. Да, кстати говоря, это конфермится одним ударчиком, покой. Вот этот... Да, когда он перекидывает через себя. Одной покой там. Гард импакт! И что будет? Ничего. Да. Терпеливо, очень терпеливо сейчас сыграл Руфус. Очень терпеливо и заслуженно забирает второй поинт. Это уже матч-поинт для Руфуса. Реверсал эдж! Между прочим, да, это матч-поинт. Типу нужно собраться. Ой! Ничья? Нет, это выиграл Руфус, но не законфермил почему-то. Там, наверное, линк какой-нибудь маленький, да? Да, какой-то странный, может быть, линк. Ой, о, как он его обошел! Он просто ходил вокруг! Да. Но ничего из этого не выжил. Очень много чип-дэмэджа, что делать? Да, фуцить, вот так вот, да, и бурить. Фуцить и бурить, и не давать. Ну а как еще играть за Найтмара? Да. Ой-ой-ой, это может оказаться больно, очень больно. Это может быть летальным сейчас, и добивает. Да. Просто раз, два, три, минус лицо. Классный персонаж. Супер персонаж. Да тут все, по-моему, суперские. Да. Погоди, это был конферм, просто уже вот нету половины. Это половин... был конферм? Да. Просто две тычки и все. Отлично рвет захват сейчас Руфус. Да. И не дает выйти из молодец, угла. Молодец, 2-2, просто лучшая игра. Лучший. Боже, они сейчас сегодня будут матчпоинт у обоих, что вообще? Ооо, это бифаниш! Много дамага будет? Да, будет много дэмэджа. Ох, нифига себе. Ой, очень плохо все. У Кипа. Soul Charge. Все. Что делаем? Можно бурить. Взрыв, можно паниш. Где бурение? Нету бурения, почти все. Ой, забрал Руфус. Да, вот оно бурение. О, все, боже, отлично. Неужели он сейчас заберет вот этим? Можно еще пару раз побурить. Чтоб наверняка. Уже не могу, я весь потный. Вау, он сделал реверсал эдж! И это может стать сейчас последним. Да ладно, подтверждение! Кип! Ну-ка, и кто же заберет игру? Захват! О, одна тычка остается! Одна тычка, но Руфус все-таки может... Ооо, боже!